типа не нравится, что не нравится, что гладят. Что я на подоконник хочу. Тихо. Так нельзя, это что? На тебе на подоконник. Что там? Вот гусявка уже, я не могу. Глаз да глаз за тобой надо, Ириск. Да? Сильно переживала по поводу этой территории на тумбочке, что здесь нету никакой ткани и, наверное, не знаю, прохладно, подписи здесь, что ли, не знаю, как это объяснить. В общем, она тут практически перестала спать. Пришлось отдать одну из своих рубашек. Чуть позже переделаю в подушку, чтобы было комфортно котикам. Но перед сном обязательно надо поиграть, чтобы потом хорошо спать. Игрушки пропадают, да. Да, так они и пропадают, да. Ай. Ну иди, доставай. Кто это тут такой? Там столько мышков. Ужас. Да, Ириск. Ужас. Сишка в шоке. Не всех мышей словила, Ириска. Давай еще. Где там? Какие мыши? Это все?
это, мне так нравится, она так подстраивает лапочками. Тык-тык-тык-тык-тык. И поближе, да? Ну что? Ну что? Ну что? Ой. Не грызи мой зонтик.